Я приветствую вас, дорогие мои зрители, в морозном зимнем Якутске. Сегодня у нас 27 декабря, предновогодняя суета. На улице дубак, уже под полтинник. Ну, 46-48 где-то так, ночью. Ну, за 50, наверное, уже переваливает. По туману можно определять, какая температура. Если тумана нет, значит до 40. Появляется туманище, все, за 40 перевалило. Зацените, как красиво выглядит моя дорога на работу по утрам. Минут 20 примерно я иду пешком. Сейчас ближе к 50 температура. Блин, иду и кайфую, просто наслаждаюсь видами. Туманище стоит. Вот именно так вот вообще красиво. Среди деревьев, вот они так покрыты снегом. Это авто заморожено уже до весны. Так вот ноги оставляют под окнами, чтобы не тратиться. Здания на той стороне озера еле видны. Купил себе унтики вчера. За недорого, наконец-то. А сейчас я хочу показать, как живут местные птички в Якутске при минус 40. Ну, люди прикармливают. Тут постоянно им насыпают еду. А еще в такие морозы, смотрите, собачки живут на улице. Иди сюда. Иди сюда. На, угощайся. Держи, держи. Кушай, кушай. Вот, получается, видите, ну, минус 50 на улице живут собачки. Многие удивляются, как так вообще можно. Значит, у меня шапка из собачьей шкуры, это то, что надо. А вот что происходит, если машина постоит на морозе, заведенная. Может забить, получается, выхлоп. Надо следить за этой штукой. Что, начались зимние выпуски о морозах якутских. Этот будет о моем скудике. Проверял я предел его прочности. Заводиться не хочет. Схватывает еле-еле. Да уж, а как стемнеет, вообще будет хоть глаз выколи. Сейчас уже сумрак, так некомфортнее стало еще больше с видимостью. Но интересно. Хочу еще раз продемонстрировать, как машины исчезают просто на глазах в тумане. Кстати, вы знаете, что где-то там солнце. Туман стоит только над городом. А если выехать за город, то сразу открывается чистое небо. Ну, в большинстве своих случаев. Сейчас не знаю, непонятно, какое небо, облачное, не облачное. Но в основном стоит ясная солнечная погода. Но из-за тумана, видите, в Якутске мы это вообще не ощущаем. Рынок у нас в этом году немножко изменился. Давайте тихонько прогуляемся. Посмотрим, как тут стало.
Я как курюшку походим берем. Целый день стоят на морозе. Мясо туши. Ну что, сегодня у нас 1 декабря. Первый день зимы. Мороз за 40. 42, 43, что-то такое. В общем, пошел сегодня на столичный рынок. Ребята позвали в поход. Все, время 11:29. Идем мы минут 20, да, примерно? Ну, где-то минут 20, да. Минут 20 вышли. Только сейчас догадались время засечь. Лед заморозил на ресницах. Думал снять. Чуть с ресницами не снял. Теперь буду до тепла его тащить. Отлично гуляем. Походу города мы не увидим. А где Якутск? Ничего себе. Вообще ничего не видно. Вот. А перед вами открывается панорама города. Прикольно. Ну вот так вот здесь всю зиму. Ну как ощущение? Ух ты! Я 3 раза умереть. Я себя нырял уже 3 раза. Сегодня я так для эксперимента. Ну как ощущение? Сейчас подожди. Смотреть на тебя. Так, и вот я хотел сказать, как народ саха купается в такое морозное время в Якутии. Главное, это голову в тепло. Так, ну-ка. Папа мне подарил собачью шапку. Все спрятали. Руки и ноги. Варежки. Мама подарила варежки шерстяные. Ну, замерзаю быстро. Прям резко дубак такой начинается. До Якутска, может? Ну, смотри. У меня же волосы так это... Инеем покрыты. Инеем, все. Ну, ноги. Такое все. Ну, состояние такое круто. Ощущение вообще нереальное. Такой мороз я еще не спокойно не купался. А? Не надо. Уже надо, да? Че? Коченеют ноги так быстро. Ну, тело печет, прям вообще нормально. Вчера было не то, потому что, ну, вылазим, тут прям вот стоишь, ну, у меня прям сейчас жжение такое вообще по всему телу. Круто. Ощущения непередаваемые. Как после баньки? Давай, ну, замерзает все, конечности вообще не нужно. Сейчас надо высушить хорошенько. Ну, руки я спрятал, ноги сейчас прячу в валенки, у меня тут шерсть. Внутри носочки теплые, только я их снимал, куда-то засунул.